Привет! Вы на канале Экзо Хобби, и сегодня я хочу вам показать, что изменилось у моих ящериц. Да, не ящерицы, а ящериц. Потому что теперь их уже три. Я ездил в Австрию и поймал там еще две ящерицы. Вот это та, которая была здесь, самка. Как раз линяла сегодня. Вот это один привезенный самец. А вон там еще тоже привезенная самка. Вот эта вот самка, которая здесь была, она самая большая. Она явно больше, чем самец и самка. Вот так вот. И в будущем я для них планирую купить более большой террариум. Потому что этот террариум для них уже маловат. Для них троих. Даже для одной ящерицы он не особо большой. Ну, явно лучше, чем контейнер. Планирую я более большой. Вот, как сказал. Вот. Вот эта привезенная самка, она самая спокойная. Ее даже можно спокойно брать в руки. Она не убегает. В отличие от той самки и от самца. Стой. Дайте поймаю. Ящерица. Я думаю, сейчас их попробую покормить. Схожу со сверчком, попробуем их покормить. Так, вот. Попробуем покормить ту самку, которая здесь была. Ну, она у нас очень-таки быстро убежала. Давайте просто кинем до сверчка. На них там поймают. Теперь бы я хотела их всех сейчас поймать и показать вам. Так, вот их всех трех поймал вот в этот вот контейнер. Так, давайте на них поближе посмотрим. Конечно, сразу видно, что это самка самая крупная здесь. То есть она больше и этой самки, и самца. Самая спокойная здесь вот эта вот ящерица, как я говорила. Вот видите, как вот эти вот две пытаются что-то сбежать. Вот эта спокойная здесь. Вот она вот спокойная. Она вообще почти ручная. Видите? Вот самец. Вот он такой зелененький немножко. Похож на моего самца того, который не убежал. Так, и вот вот эта вот самка. Кстати, посмотрите, как у нее отрос хвост. Стойте. Видите, как у нее хвост отрос? То есть вот здесь вот. Вот здесь вот было такое просто место. Помните, как это выглядело? И вот теперь у нее есть такой вот хвостик. Надеюсь, что он еще потом будет так же со цвета. Вот есть вот такие вот черные полоски, белые полоски. Так вот. Ну, на этом все. Сейчас у них как раз все вытащилось из террариума. Буду сейчас у них делать уборку, менять грунт. И вот, как сказал, в будущем планируем купить более крупный террариум. Вот самец что-то открыл рот. Самец очень такой кусучий. Чё открыл? Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Еще укусил меня. Сразу такая. Ну, ладно. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока.